Второй месяц солдаты Чувашии принимают участие в специальной военной операции на Украине. К сожалению, в списке погибших россиян и наши земляки. Сегодня жители Чебоксар, ветераны войн, студенты, волонтеры собрались в мемориальном комплексе «Победа», возложили цветы в память о погибших. Колонну, которая двигалась к монументу воинской славы, было видно издалека. Желающих почтить память погибших оказалось немало. Ветераны войн, студенты, волонтеры, горожане. Я могу сказать от имени Союза ветеранов Афганистана, Союза десантников, мы с первого дня поддерживаем решение Верховного Главнокомандующего и нашу российскую армию. Жители Чебоксар почтили погибших минутой молчания, затем возложили цветы к вечному огню. Я желаю мир над головой всеми народами мира, дружбе, чтобы мы все вместе сотрудничали, соревновались в спорте, в науке, в технике, в культуре, в рисовании. В память о погибших я могу сказать, что мы их не забудем и не должны забывать. Мы должны увековечить как можно каким-то таким моментом, как в свое время увековечили великих ученых, философов, просветителей. Это люди, которые спасают на сегодняшний мир. Память бесценна. Подвиг солдат бессмертен. Милена Алексеева, Елизавета Цветкова, Николай Скворцов, Республика.